К сожалению, в нашей стране ситуация такая, что не так много времени проходит между тем, когда вынесен смертный приговор, его исполнением. Очень часто бывает очень быстро. И, например, надеяться на помилование президента тоже достаточно сложно, потому что за всю историю единожды из 400, кого мы знаем, был помилован президент. Республика Беларусь не выполняет своих обязательств. Более того, Республика Беларусь игнорирует, например, такие правила временного характера, когда не должен приводиться в исполнение приговор после регистрации комитетом ООН обращения, но Республика Беларусь все равно приводит в исполнение приговора, несмотря на то, что зарегистрировано в комитете ООН. Вы говорите о юридических способах воздействия, но раз не исполняются ООН, то это очень ненадежный способ, на это рассчитывать нельзя. Другой способ – это такие громкие случаи. Необходимо очень хорошо документировать, приглашать сюда заграничных журналистов, которые, к сожалению, не любят сюда ездить, чтобы они эти случаи, об этих случаях рассказывали в своих средствах массовой информации за границей. Я, как председатель комитета по иностранным делам Министерства иностранных дел, даже я слишком полно об этом всем узнаю. Я где-нибудь смогу прочитать три строчки в газетах, и практически ничего об этом не пишется. То есть самое главное – это нести в мир эту информацию, и западные средства массовой информации должны были бы обязаны писать, должны были бы обязаны об этом писать средства массовой информации западные, чтобы до тех пор, пока еще эти западная общественность это не будет. У нас почти нет способов, которые мы могли бы повлиять на власти белорусские. Единственное, чего они могли бы бояться, это общественное порицание. Именно поэтому такие случаи должны быть очень внимательно четко задокументированы. Пока мы разговаривали без телефона, просто чтобы они как бы слышали, и что-то там мы разговаривали по своим делам, и я говорю, ну, как бы у тебя же, у нас время там еще есть на это, и они такие стоят, ну да, еще немного у тебя есть времени, ну, хохочет там, шутки свои шутят над ним, то есть... Видно, что и так морально очень подавлен. Верховного суда еще не было, поэтому через месяц после первого свидания нам свидание не дали, потому что он как бы ни за каким судьей, он никем не осужден еще. Но Верховный суд не судил, и все. Не числится ни за одним из судей. Поэтому вот нам не дали. Да, мы только вот передачу передаем, а возможности увидеться нет. И письма через одно возвращаются. Принцип понятия, но единственное, чего мне еще до сих пор не хватает, это конкретно каких-то предложений о том, что мы действительно могли бы сделать, чтобы на эту ситуацию как-то повлиять, потому что представители государственные, которые будут повлиять, очевидно, как всегда, будут что-то обещать, какие-то маленькие уступки идти на них, чтобы что-то бы появилось в газетах, якобы, чтобы какие-то уступки И здесь я хочу сказать, что все государства, в которых существует диктатура, это лицемеры, ханжи в высшей степени, и я знаю это на примере других. Мы слишком дешево продаем. Это слишком много отменить все санкции сразу за одну маленькую уступку. Должно было бы быть спасено. Мы действительно должны идти на встречу Беларуси, но шаг за шагом. Наши политики выросли в другой среде, не в такой, как в западной. Мы были все в одном лагере. Но, к сожалению, я должен сказать, что не только вина юбок у женщин, но и все остальное не зависит от того.
если в 80-90-х годы каждый журналист писал о правах человека, каждый политик кричал о правах человека, то сейчас это относится к правам как Белоруссии, как Европе, так и Азии, когда работал, так все тогдашние политики приглашали, потому что эта тема их общим интересовала. И я с удовольствием ездил, чтобы их докладывал, как все есть. Но сейчас новое поколение политиков занимается другими делами, занимается намного мельче этой темой. И если я куда-то приезжаю, и у меня есть говорить за права человека, всегда должен еще добавлять какую-то другую тему, чтобы просто как-то совместно об этом говорил. Значит, немножко изменилось время, и политика, приоритеты политики, как-то эхири, как-то идут в других направлениях. И Беларусь где-то в 30-й очереди, значит, просто привлекают внимание другие темы, и Беларусь как-то по чуть ниже внимания. Да. Мы должны понимать, что во многом решение проблемы смертной казни зависит не от них. Вот. И во многом зависит от решения в том числе и одного человека в нашей стране. И в силах этого человека, в том числе Конституционный суд обращал на это внимание, например, в силах президента поставить подпись для того, чтобы ввести, например, мораторий. Все-таки сделать навстречу для отмены смертной казни. Мне кажется, что вот об этом нужно говорить как можно больше, как можно громче. И мы надеемся, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.